полем ветер молодой, поклонился хлебом, солью праздник удалой. Как венок простых ромашек песня хороша, и гуляет нараспашку русская душа. Гуляй, Россия, гуляй красиво, а мне по сердцу характер твой. Кому на зависть, кому на диво, гуляй, Россия, гуляй и пой. Кому на зависть, кому на диво, гуляй, Россия, гуляй и пой. Щедрый стол накрыт богато, удаль и размах, и парит душа крылата на семи ветрах. Всем друзьям тут хватит места, некогда тужить. Будем вместе, будут песни, значит, будем жить. Гуляй, Россия, гуляй красиво, а мне по сердцу характер твой. Кому на зависть, кому на диво, гуляй, Россия, гуляй и пой. Кому на зависть, кому на диво, гуляй, Россия, гуляй и пой. А мне по сердцу характер твой. Кому на зависть, кому на диво, гуляй, Россия, гуляй и пой. Гуляй, Россия, гуляй красиво, а мне по сердцу характер твой. Кому на зависть, кому на диво, гуляй, Россия, гуляй и пой. Кому на зависть, кому на диво, гуляй, Россия, гуляй и пой. Гуляем, как вы велели, смотрите. Ну, это, как всегда, феерично. Надежда Ивановна Скулова, солистка народного ансамбля песни «Енисейская мозаика» культурного центра «Новосотный». Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте. Ну, мы всегда рады видеть. Расскажите, пожалуйста, давайте честно. Вот до прихода в «Енисейскую мозаику», вы там сколько, кстати, поете уже? 26 лет. Вы в микрофон говорите. 26 лет. 26 лет. Что было до? Пели тоже где-то? Я пела всегда. Все работает, все работает, да? Работает. Главное, вас слышат телезрители. Я пела всегда. У меня родители были поющие. И как бы с детства это все было. Вот. И потом в школе пела. Потом на работе пела. Хоть устроилась, как говорится, работала бухгалтером. А пела там всегда, да. Круто. Поэтому как-то душа... Ну вот, вот этот стиль пения, вот тот самый, вот с таким вибрирующим вокалом. Вот Катя все смотрит на вас, не может научиться. Можете буквально один мастер-класс, вот эту вот строчку «Гуляй, Россия». А я вам могу пританцовывать. Нет, нет, а ты, Катя, попробуй уж повторить вообще, реально это или ты нет? Ты сам попросил. Откуда вот он взялся? Гуляй, Россия, гуляй красиво, вот слышишь? А мне по сердцу характер твой. Кому на зависть, кому на диво, гуляй, Россия, гуляй и пой. Получится так же? Я могу только восхищаться. Ну ты посмотри, ну, как вообще это можно переплюнуть. Это вот да по-настоящему. Никак. Это про душу. Енисейская мозаика, 26 лет. У вас через 4 года юбилейный концерт уже надо организовывать будет. Сколько человек в Енисейской мозаике? Сейчас? Ну, у нас 18, ну, там одна молодежь, все такие умнички, все знают нотную грамоту. У нас таких, как я, осталось уже 5 человек. Одна молодежь? Одна что молодежь. Это? Мы, они такие молодцы, к нам с таким уважением, вот как бы мы не замечаем, чтобы там возраст. Я там уже, как говорится, 26 лет, я же тоже пришла молодая туда. Ну, вы, у вас дедовщина есть, вы их там строите? Нет, вот я о чем и говорю. У нас все очень, вот у нас такой руководитель, что там, как говорится, рыба с головы, очень замечательный, грамотный вообще. А новые вы берете какие-то композиции сейчас, раз у вас такое там и молодежь, и все как-то подтягивают? Конечно, у нас такой спектр. Я хочу сказать, у нас скоро будет
отчетный концерт в культурном центре на Высотной, если ничего не изменится из-за этого коронавируса, 11 апреля в 5 часов, пожалуйста, приходите, будете очень довольны. Руководитель у нас, правда, очень замечательный. А как выбираете песни для вот своего репертуара? Я сама себе выбираю. Вот как понравилась мне песня, неважно, кто поет. Мужчина, женщина, там, как говорится, София Ротару или Арбакайте, или еще кто-то. Если она мне понравилась, я немножко, конечно, по-своему, но я обязательно ее сделаю. И со своей аранжировкой. Со своей аранжировкой, да-да-да. Ну, а что последнее вам такое вот прям запало в душу? Какая композиция? Мне песня запала в душу «За друзей». Я ее нигде не слышала, но я один раз услышала, и я ее сделала. Ее надо будет ждать на концерте 11 апреля, друзей? Я так понимаю. За друзей. Вот не так, вот я думаю, что вы тоже. Ну, это в смысле не за друзей, а в смысле за друзей. Там все есть, но очень такие слова замечания. Замечательно. Я могу один куплетик спеть? Давайте. Давайте. Друзья. Вот уж вечер зажег на проспектах огни, и в душе моей так светло, потому что со мной снова рядом они. Мы не виделись так давно. Наполняют сердца счастьем, и каждый раз вспоминаем мы обо всем. Пожелаем добра мы друг другу сейчас, и бокалы вина нальем. За друзей, за друзей, за друзей. Я уже чувствую вот этот разрыв, истерику, которая творится в зале, когда начинается припев этой песни. Ну, что сказать, следите за концертами Енисейской мозаики в культурном центре на Высотной. Надежда Ивановна, ну какие вообще планы-то творческие на будущее? Ну, творческие планы, конечно же, городской дворец культуры я никогда не оставлю. Дай бог здоровья, конечно. И желаю всем, чтобы вот не сидели дома, как говорится, не только кушать готовили, там уборкой занимались. Хороший есть вот центр на Татмина, 19. Туда все ходят, и пожилые, и работающие, и нет. Там такие замечательные специалисты, и массажисты, и заведующий Андрей Иванович. Ну, люди все благодарности пишут. Как только побывают там, прямо просят, чтобы еще через полгода быть там. Поэтому не надо сидеть дома. В городе К. Кстати, там тоже есть группа здоровья. В городе К. Такая замечательная группа здоровья. Так, это мы уже убедились сегодня. Поэтому надо где-то быть. Да. Заряжайтесь вот от таких людей, как Надежда Ивановна Скулова. Надеюсь, вы сейчас ее энергию получили, и дома сидеть вам уже не хочется. Мы вас благодарим, спасибо огромное. Приходите еще с другими песнями, и не только с песнями. С чем? Я помню, вы к нам с оленями захаживали раньше. Да, было такое, Катя, не раз. Не пробовала. Я вас очень жду теперь еще раз в гости. Ну ладно, все, мы продолжаем программу. Спасибо. Просыпайтесь с нами.